Crazy Woman – единственное женское шоу, которое с годами не стареет. Друзья, мы продолжаем праздновать 10-й юбилейный сезон. И, честно говоря, я горжусь этим нежным возрастом. Буду необъективной, но мне кажется, что за эти годы юмор стал тоньше, девочки профессиональнее, сцена масштабнее. А какие у нас танцы? Какие у нас танцы сложные стали? Ну что ж, друзья, тряхнем еще разок средним возрастом. Аплодисменты. Занавес! Мы начинаем! Набирать обороты программа реновации жилья. Мы изучили эту тему, ничего смешного в ней не нашли, но когда нас это останавливало? Да, да, да. Да, да, не переживайте. Не переживайте, программа по выселению, по переселению, извините. По переселению старых дев и старых хрущевок, она идет полным ходом, да. На все 100%. Ну, с маленькой погрешностью, знаете. Я сейчас, собственно, к этой погрешности и пришла, да. Да, да вы не переживайте, буквально пару минуточек и все. Ага, все. Погоди, вы что, здесь до сих пор? А где мне еще быть? Пешая прогулка перед сном у меня без четверти 8. А в гости на домашний тархун к Тевосовым я иду только в субботу. Слушайте, вы издеваетесь, что надо мной? Я к вам вчера приходила. Я к вам позавчера приходила. Я вообще в этом месяце по 3 раза на дню к вам хожу. Мы ждем, когда вы выселитесь из своей квартиры. Чтобы я, Аглая Петросянц, коренная москвичка из Тбилиси, покинула отчий дом? Да никогда! Да белорусские труселя, ну заново что ли? Вы понимаете, что вы срываете эксперимент столичного масштаба, понимаете? Это женская реновация. Да, понимаете вы, нет, это снос ветхого жилья. И продолжайте, и ветхих женщин. Да, голубушка моя, да никто вас не сносит. Это просто ноу-хау по омоложению ЦАУ, понимаете? Так я молодая. Хотите, я вам фокстрот станцую? Вот, пожалуйста, пожалуйста. Где комиссия, которой я могу ритмически доказать свою молодость? Пожалуйста, пожалуйста, вот вам. И слушайте, вот еще, пожалуйста, и вот вам. Прекратите, вот. Прекратите. У меня такое ощущение, что я попала на танцы в санаторий для бочников. Прекратите. Остановитесь, остановитесь. Я вам тысячный раз повторяю, да, что всех жителей хрущевок, старше Хрущева, мы переселяем в более комфортные условия, понимаете?
И вот вместо этой вашей однушки в центре, да, мы дадим вам новую трехкомнатную квартиру здесь же. А здесь же это где? В этом же федеральном округе. А вот вам Дуля. Я так полагаю, в этой Дуле еще гусаров на балах веселили, да? Послушайте меня. Огромная вы моя голубушка. Вы понимаете вообще, что это центр Москвы? Да вы понимаете, что центр Москвы через каких-то 5 лет он будет везде. Вы понимаете это, нет? И мы вас переселим в хорошую, благоустроенную квартиру с высокой шумоизоляцией. А кого я полонезом Огинского буду радовать? Лай, тарари, рарай, тарарай, тарари, рарай! Я понимаю, вот что для вас культура это так, пшик, в муку пукнуть. А полонез своим соседям нравится, по батареям аплодируют. Тари, рарай, рарай, тарай. Вот опять аплодируют. Никуда я отсюда не пойду, тем более мне тут до Кремля 10 минут пешком. Да я видела этот ролик, да, бабка каждые 10 минут стоит у Кремля, я все видела. За этим столом еще моя прабабка сидела. Да, поверьте, это чувствуется. Вы вообще понимаете, что в подъезде этого дома собиралась знаменитая могучая кучка? Да, я ее видела, аккуратно обошла. Хорошо, а вот, допустим, мой муж вернется, а меня нет. Че вы ерунду-то городите, а? Ну я же видела ваши документы, все проверяла. Он без вести пропал на русско-японской войне. Ну, чисто теоретически он же может вернуться. Прям бесишь меня. Прям бесишь, просто невозможно. Смотри, значит, скандала не затеяла, да? Драки не устроила. Варенье это свое вонючее подсунуло, крыжовное. Крыжовниковая. Крыжовническая. Крыжовниковая. Крыжовничи. Крыжовниковая. Крыжовничье. Твою мать, а? Хорошо, я буду с тобой бороться в шаты, в шали. Я буду с тобой бороться твоими же методами. Я у тебя год из жизни украду. Ах, чародейка. Я сейчас приду и все документы на твою квартиру кину в лоток коту. Как низко. А низко будет, когда я около твоего окна разрешу торговать лепешками. Выйдешь на балкон, а там тандыр. А так, тогда догони меня, приспешница власти. Ну прекратите. Прекратите, что вы начали, что за цирк вы устроили? А что, вас по манежу в другую сторону гоняли? Да прекратите! Слушайте, у меня уже дежавю жесткое! Вы что, у меня уже голова кружится, прекратите немедленно! Я последний раз такое было, когда я загляделась на спиннер метро у подростка. Так, подожди. Давай-ка пододвинься. Сейчас приду в офис, да? А завтра вернусь. Завтра обещают это, рекорд атмосферного давления в Москве. Фу, и я тебя спокойно в сумке из-под Икеи вынесу, да? Да? Сергей Семенович мне в помощь. Так вот как не стыдно выезжать на метеозависимых? Ой. Я говорю, сейчас пойду в офис, а ты тут оставайся. Ага, и в отдел кадров зайдите. В смысле? Зачем? Заявление об увольнении написать. В смысле? Не поняла, зачем? Ну, читайте. Подождите. Начальный департамент? Ага. Подождите, так вы что, та самая железная муниципальная мымра? Попростите. Да-да, та самая, ЖММ.
Ты что тут устроила, мямля? Все пошло вон. Ну, почему? Да потому что с такой, как ты, мы никого никогда из САУ не выселим. Пришла тут, похамила, как торговка в мясной лавке, а толку ноль. Чему вас там учат? Пришла, схватила за волосы, раз об колено, два об стол и на лестницу. А потом пинок под зад, чтоб покатилась по лестнице до самой Балашихи, и все. Ты посмотри, у тебя пальцы, как мои ноги. Пользуйся! А ты мямлишь! Ну, подожди, ну, дайте мне, пожалуйста, еще один шанс. Все, в отдел кадров. Ну, пожалуйста, я могу и пинка, и в Балашиху, и я все могу. В отдел кадров. Выселяйся давай отсюда, пожалуйста! Что выселяйся и все! Что ты делаешь? А сейчас я тебе еще пинок даю в Балашиху! Я верю! Догадывайтесь, что такое грандиозное шоу, как Comedy Woman, невозможно без спонсорской поддержки. Вот. И за 10 лет у каждой девочки появились свои спонсоры, меценаты. Да-да, у кого-то папики даже появились. И я хотела бы сейчас от лица девочек поблагодарить всех, кто нас поддерживает. Итак, смотрим на экран. Екатерина Варнава благодарит врачей из клиники «Ухо, горло, нос, плюс» за то, что они не боятся смелых экспериментов и берутся за работу любой сложности. Надежда Ангарская благодарит фабрику «Павлопосадские велосипедные шорты». Павлопосадские велосипедные шорты, пожалуй, первые красивые велосипедные шорты в мире. Марина Федункив уже несколько лет является амбассадором марки стеклоочистителя «Магистраль». Дальнобойщики со стажем всегда выбирают стеклоочиститель «Магистраль» и Марину Федункив. Олег Верещагин благодарит салон интимных стрижек «Марьина Роща». «Марьина Роща», мы находимся в Кузьминках. Александр Гудков благодарит за поддержку и финансовую помощь профсоюз мытищинских свингеров. Мытищинские свингеры – гостеприимство на грани фола. Надежда Сысоева уже на протяжении года является официальным лицом просроченных рыбных консервов «Горбуша Детокс». «Горбуша Детокс» мы открываем вообще любые двери. Ну и, наконец, я благодарю армянский салон детской обуви «Маленькая тетя». Детская обувь взрослого дизайна. Выгляди в 5 лет, как певица Зара. Спасибо. Друзья, продолжим. Иммерсивные театры, от английского слова immersive, эффект присутствия, погружения, стали популярными уже во всем мире. Спектакль как бы разворачивается вокруг вас, и вы становитесь частью действа. Рано или поздно это явление должно было дойти и до Саратова. И вы знаете, дошло. Я не видел ее с самого утра. Она была какая-то странная. Сама не своя? Да-да, сама не своя. Че, Валюха, думаешь, нам скажут, когда спектакль-то начнется?
Ты слепой? Он уже идет. А, да? А я думал, это какие-то два наркомана просто разговаривают. Это такое представление. Все разворачивается вокруг тебя. Полное погружение. Полное погружение? Ага. Это что, про водолазов, что ли? Да. Хрен знает, про кого, я пока не поняла. У меня были ночью видения. Джейс, мне страшно. Нужно найти книгу пастора Крейга. Крейга. Что, ты понимаешь, что происходит-то вообще? Пока нет, больше на психушку похоже. А что ты откуда знаешь, как в психушке-то? А ты думаешь, где я полгода пропадала? А я думал, ты с классом на экскурсию ездила. Олег, ты тупой? Мне 32 года, я на кассе в магазине работаю. Ты хотя бы поинтересовался? Джозеф, я тебе нравлюсь. Поиграй со мной. Что это она мне, да? А ты что, Джозеф? Валя, ну она имен-то не знает, перебирает, понимаешь? Искусство. Ага. Джозеф, ну что же ты стоишь? Бери меня. Точно мне, Валя. Просто пальцем боится показать. Ну, знаешь, культура. Я схожу? Я тебе схожу. Это спектакль. Джозеф, ну возьми меня. Женщина, я сейчас не могу, я с женой пришел. Я тебе сейчас дам. Не может он сейчас. Он вообще в принципе не может. Джозеф, ну бери меня. В доме никого нет. Ага, по дому 20 посторонних человек ходит, а у нее нет никого. Слушай, Валя, может, мы с тобой поспешили с иммерсивным театром? Может, надо было в обычный сходить там? Ну, или в контактный зоопарк? Что происходит? В меня вселился дух Виктора. О, Витя покойничек вернулся. Стелла! Я возьму тебя силой! Как хорошо! Это что, она секс изображает? Да нет, ты что, так не бывает? Вот и я думаю, что не бывает. Виктор, идем в спальню. Она наверху. Она наверху! Валя, кажется, я понял, в чем дело. Нам тоже надо наверх, в спальню. Пойдем! Так, разбежался! А ты к нам в спальню не хочешь хотя бы раз в год зайти? Слушай, Валя, ты не путай нашу жизнь и искусство. Ладно, не хочешь ты в спальню, пойдем, вон, пожрем, я не знаю, вон, бутерброды какие-то лежат. Так, не трогай! Может, они не настоящие? Хлеб с майонезом? Я сегодня такое ел уже. Вот, смотри, смотри, смотри. Видишь? Вон в дверях мужик протащил карлика в военной форме на плече, видишь? Да. Что-то я вообще ни хрена не понимаю, если честно, в этом спектакле. Че, вот я завтра на работу приду, меня скажут мужики, ну что, Олега, о чем спектакль, и что я им скажу? Да кто тебя на твоей автобазе про спектакль спросит? Они слова такого не знают. Китти, 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 где же эта кошка? Китти, Китти. Че, она просто ищет кошку? Ты тупой? Да! Китти, Китти, где же эта серая шалунья? Китти. Охренеть! Я дала 600 рублей за билет, а она просто кошку ищет. Китти, Китти, Китти. Китти! 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 Слушай, Китти, Валя, ты не знаешь, где у них тут туалет? А ты что, до спектакля не сходил, что ли? Угадай. И чё? Не хотел. Ладно, стой здесь, никуда не уходи, а то сейчас Витя покойничек вернется. Ну, бросьте на тебя. Ванесса. Ванесса. Где же ты?
Ты меня звала? Опоздал ты, Джозеф. Была Ванесса, стала Пахотесса. Ванесса, где же ты? Да и спросить-то не у кого. Ага, а я тут такая вот невидимка, да, стою? Если бы тут была Ванесса, я бы спросил. Угу. Ну вот тогда привет тебе от невидимки. Ты что делаешь-то? Это постановка такая. Давай, веди меня в спальню. Ванесса! Ну что, сходил в туалет? Нашел там место, в общем. Ага. Роберт! Роберт, я 2 часа гуляла в нашем саду, подстригала розы. Мне нужно помыть руки, полей мне из кувшина. Конечно, конечно. Нет, я бы на их месте из этого кувшина руки не мыл. вы чё? Валя, пойдем в другую комнату, здесь неинтересно, пойдем. Подожди ты. Тише, ты чё, дурак? Ты чё делаешь? Стоять, мужик, стой! Так, ну-ка отошла от моего мужа! Валила быстро! Валя, что ты делаешь, а? Ты что, больная, что ли? Ты нам спектакль портишь? Спектакль, да? Что, на молодые сиськи клюнул, старый урод? Чего за? Да ты что, больная, что ли? Да Валя, расслабься! Женщина, прекратите! Успокойся, в натуре! Прекратите! Да как чего, Валя, иммерсивный театр, ты в главной роли. Давай, бей меня, ну, давай. Вот так вот. Друзья, у нас в новом сезоне новое закулисье. Я бы даже сказала, реальное закулисье. Давайте посмотрим, что сейчас происходит за сценой. Включите экран, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Алина, и я новая участница шоу Comedy Woman. И я очень счастлива. Я вам даже больше скажу, я очень-очень счастлива. Очень-о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 чень. Мы поняли, вы счастливы. Да, очень. Как у вас складываются отношения? Вы с кем-нибудь уже подружились? Ой, вы знаете, я вообще очень удивлена. Ну, просто женский коллектив, сами понимаете. А тут я прихожу, а все ко мне относятся, с уважением. Даже побаиваются. Вот Катя Скулкина мне вообще в первый день место уступила. А я слышала, что у нее с этим большие проблемы. А Таня Морозова вообще ко мне постоянно подходит и спрашивает про коммунальные услуги. И на ЖКХ жалуется. И я, главное, подхожу к девчонкам, говорю: девчонки, а что с Таней? Они так посмеялись. Ну, я не поняла, это, наверное, какой-то прикол местный. Алина, удачи вам в новом сезоне и желаем почаще появляться на сцене. Спасибо. Я вообще надеюсь, что я здесь надолго. Ну, года на 4 точно. Так, чуть-чуть поспрашиваю. Какие вот оригинальные подарки молодым людям делали девушки? Может быть, есть какие-то версии? Что? Дорогая постельное белье? А, оленьи рога. Это и, да? Оленьи рога и постельное белье. На Камчатке такие подарки. Оригинальные, кстати. Очень оригинальный подарок. А еще какие версии? Букет из раков. Вы, наверное, себе больше этот подарок сделали. Друзья, ну согласитесь, что все равно сложно выбрать, да, какой-то оригинальный подарок молодому человеку. А тем более, если он о чем-то мечтает, чего-то хочет, чего даже вслух произнести неудобно. Об этом наш следующий номер.
Ну, во-первых, спасибо, что откликнулись на объявление. Ищу порядочную женщину для секса втроем. И я уже думала, вообще никто не придет, а тут сразу четверо. Одна женщина просто не смогла, ей детей не с кем оставить. Да и черт с ней! Давайте быстрее, а то сегодня у Познера гость интересный. Ну да. В общем, у моего мужа сегодня день рождения. И я бы хотела, чтобы он выбрал одну из вас для нашего с ним, как бы это сказать, любовного, одноразового треугольника. Ну, в общем, он как бы мечтал, а я ему это как бы дарю. Смело! Я сразу предупреждаю, что если он меня не выберет, то предоплату я не отдам. Я просто давно такие сапоги хотела. Женщина, это не предоплата, вы просто примерили. Извините, а можно он меня выберет? Мне нужнее, у меня такого вообще еще не было. В смысле треугольника? Нет, в смысле вообще. Двухугольника даже не было. Я 40 лет одноугольник. Да, дела. А может быть, у вас был треугольник? У кого-нибудь? У меня был. Ага. У меня в квартире был. Только там не я участвовала, а мой муж с двумя такими же, ну, как мы сейчас. Только у нас причины есть, а там был тупо блуд. А у вас, простите, какая причина? Месть. Пока еще мужу. А, замечательно, значит, вы тоже бесплатно, да? Ну, не совсем. Только видео подснимем. Я видеокамеру взяла. Ого. А у вас что, в телефоне нет видеокамеры? Есть. Но это же месть. Тут важно качество. А, ладно, только меня с мужем не снимать, хорошо? Договорились. Угу. Подождите, как не снимать? Это что, мне только саму себя снимать? Это что ж за месть такая получается? О, идет! Так, быстро, прячьтесь. Дорогая, я дома. А, проходи, дорогой. Ну, здравствуй, дорогая. С днем рождения, дорогой. Дорогая. Подожди, дорогой. У меня для тебя подарок, о котором ты давно мечтал. Не может быть. Моя детская мечта? Большие роботы, да еще и два? Три. Это кто? Ну, открывай скорей. Вера. Надежда. Здрасте. Здрасте. Ну что, ты рад? Кто я? Да. Не знаю, я впервые их вижу. Ну, в этом же и смысл. Но ты же хотела освежить наши отношения. Говорил со мной о сексе втроем. Кто я? Да. Когда? На поминках дяди твоего друга. А, Маша, ну ты вспомнила вообще. Это я просто сказал для связки слов. Я уже и забыл про это. А я запомнила, здорово же. Ну давай, выбирай и начнем праздновать. Погоди, погоди. Что значит праздновать? Мужчина, ну вы не отказываетесь? Это же подарок. Я не отказываюсь. Это просто как-то все неожиданно. И я не так себе это все представлял. И не таких. А вот хамить нам не надо. Мы и сами, знаете ли, с усами. Я вижу. Мужчина, дареному коню зубы не смотрят. Так, я что-то не поняла. Тебе что, не понравился мой подарок? Понравился, но... Какое но? Может быть, ты не женщину имел в виду? Фу, Маша, ну что ты такое говоришь вообще? Как тебе в голову пришла такая мысль? Просто бред. Конечно, женщину. Я дико извиняюсь, но я бы очень хотела попасть домой пораньше с видеоматериалами, до того, как вернется муж из школы. Ваш муж учится в школе? Чудоба какая! Мой муж директор школы.
А, ну тогда понятно. Что вам понятно? Понятно, почему муж придет из школы. Потому что он директор школы. Так, Маша, что здесь происходит, а? Пока ничего. Выберешь, начнет происходить. Давай, дорогой, выбирай, кто нам подходит. Ну, может... Ну, нет, Маша, ну я так не могу. Дорогой, ну расслабься, давай я тебе помогу, мы же семья. Давай, смотри, ну как насчет огромной? Извините, пожалуйста. Ничего, у меня все в порядке, самоирония, и спасибо, что с меня начали. Ну так что насчет бегемота? Ну так-то не надо перебарщивать. А то у меня энергии много накопилось. Извините, ради бога. Маш, ну правда, это все как-то неудобно. Да, конечно, неудобно. Это просто too much. Угу. Ребят, выберите меня. А? Ну что, семья, пойдемте? Пойдемте, поснимаем. А где у вас тут комната посветлее? Просто мне освещение нужно, хорошее. Так, женщина, успокойтесь, сядьте. Сядьте, пожалуйста. Не надо здесь ничего снимать. А, дорогой, ну может быть, вот эту вот кошку в сапоге, ну... Ну, это пока в сапоге. Надеюсь, скоро буду в сапогах. Так, я согласна, с чего начнем. Ну что, где, куда, мяу? Так, женщина, вы тоже сядьте и успокойтесь. Маша! Ну, может быть, ну этот подарок вообще? В смысле ну? Да я ради тебя стараюсь. У тебя день рождения. Ты хотел секс втроем. Выбирай! Я прям возбудилась. Тихо, тихо. Вот вы конкретно, тихо. Спокойно, Маша. Спокойно, я тебя прошу. Я виноват. Я зря наговорил все это про секс втроем. Полная чушь вообще. Спасибо за подарок, за урок. Я все понял. Да все они так говорят. Помолчите. Что ты понял? Я люблю только тебя. А как же я? Тихо. Еще что? Я хочу второй сапог. Второй сапог. Что ты еще понял? Ну, что ты тоже любишь меня, наверное. В смысле, наверное? Да я ради тебя тут стараюсь. Смотри, какой подарок тебе приготовила. А ты на что готов ради меня? Маша, на все. Я на все готов ради тебя. А подарил бы мне такой подарок? Конечно. Еще как бы подарил. Но, Маш, если бы я дарил тебе этот подарок, у тебя выбор был бы получше. Я не сомневаюсь, дорогой, спасибо. Женщины, все свободны. А коробочку? А видеоматериал? А опыт? До свидания, женщины. Ребята, кто по объявлению, проходите. Так. Стоп! Маша, стоп! Какие ребята? Ну что, любовь моя, поможешь с выбором? Так нет, я в этом не участвую. Ну тогда тебе придется выбрать двоих. О, у вас один лишний! Женщина, до свидания! Да, буквально 30 секундочек подснять. Ну, коробочку от сапог поищите, женщины, пожалуйста! Пошли вон! Далее уже полюбившийся всеми, но особенно нами, рубрика Comedy Woman, в которой мы рассказываем интересные истории о девочках. И сегодня это девочка Марина Гавриловна Федункив. Давайте посмотрим на экран. А кто вы? Ой, я женщина-похмеляшка. К нам приехал, к нам приехал. Ты же работаешь? Собрался? Выпад, толчок, держи! Да я из Перми, меня мать сугроб родила на остановке. Я вас прошу, алло! У Марины Федункив самая большая коллекция огромных темных очков. Не стану объяснять для чего, но скажу одно. На море она ходит без них. Марина Федункив? Ой, мы с ней вообще из одного города. Мы с ней давно дружим, вот чего-то между нами не было. И ели из одной тарелки, и ссорились, и мирились, и разнимали нас не раз. В общем, Марина мне как мать. Вот насколько она яркая,
Ну, настолько сложно, почему-то люди запоминают ее фамилию. То она Федулкин, то она Федункин, то она Федункив, то она Федулова. Очень странно. Ну, не, мы с девочками, конечно, запомнили. Какая Марина? А, Федункина? Очень смешная женщина. Я даже сначала думала, что это мама Олега. Ну, потому что они из одного города и все время ругаются, но он ее слушает. А если честно, я не знаю, что про нее говорить, я на нее не подписана. Нет, конечно, так бывает, что актриса, стоя на сцене, забывает слова. Лично я считаю Федункив Марину абсолютно гениальной актрисой, но так случилось, что однажды она забыла не слова, а звуки. Она участвовала в номере с Евгением Бороденко, и она должна была ворваться в начале номера, в танцы, в какую-то позу такую принять. Самбо, у них было самбо. Она занимает позу и молчит. Мы понимаем, что она забыла звуки, и начинаем ей из двух кулис подсказывать. Сначала один человек начинает говорить тр-ча-ча, тр-бумба. Она вообще никак не реагирует, на нее светит софит, она просто молча смотрит куда-то вдаль. Все подключаются, по-моему, даже звуковики, не знаю, световики, все начинают кричать тр-ча-ча, тр-бумба. Тр-бумба! В общем, вот так вот весело начался неожиданно концерт в Екатеринбурге. Не, ну Марина, конечно, артистка. Это реально так. Вот если Маринке номер нравится, то она прям все чешет, все перелопачивает, все переделывает. Вот если вот бывает текст один, Марина все переделает по-другому и выходит в итоге, мне неизвестно, что выйдет. Был номер ТВ-целители. И вот мы его репетировали. Короче, переросло в такую, я не помню, чепуху. И... Надежда, а теперь мужа отодвиньте подальше от экрана. А теперь ближе. Теперь дальше. Ближе. Дальше. Ближе. Ближе, Надежда, ближе! Ближе! У меня было. У нее было. Моя муз говорила, ну, обожаю тебя, правда. Вот. Уа! Номер «Рублевские жены в церкви» набрал максимальное количество просмотров в интернете. И мы, конечно же, не могли на этом не, прости господи, хайпануть. Итак, дорогие друзья, смотрим сиквел. Или как Наденька Сысоева смешно говорит, си-сиквел. Опять начинается. Женщина, вы можете подвинуться? Я хочу осветить свои куличи. Здрасте, понаделают все силиконовых куличи, а потом бегают их освещают. Все куличи я уже давно осветила, еще до операции. Я про эти кулички говорю. И вообще, женщина, к этому празднику надо готовиться. А я готовилась. Я целые 2 недели подбирала платок, чтобы, не дай бог, никто не пришел точно в таком же. А ты взяла и приперлась в точно таком же платке и испортила мне весь праздник. Ладно, давайте не будем ругаться. Сегодня все-таки такой праздник. Фисикей. Чего? Ну или как там вы у себя в деревне называете? Пасха? В общем, Христос воскресе. Я в курсе. Я еще вчера была в курсе. Мне МЧС самый первый всегда смс-ки присылает. Да. Так что и вам Христос воскрес. Вау, истинью. Чего? Что-то вы как-то странно сказали воистину. Сейчас воистину никто не говорит. Все говорят вау, истинью. Вау, это как бы восхищение воскрешением. Ист — это восток, откуда к нам как бы приходит благовесть. Инью в тебе. Восхищение благовестом в тебе. Вау, истинью. Что-то ты слишком умная для такой маленькой головы. Естественно, я подписана на инсту Седоковой. Скажите, а вы свой кулич по рецепту Белоники пекли? Нет, я свой кулич покупала в Азбуке Вкуса. За 14 тысяч рублей.
Вы с ума сошли? Нельзя экономить на куличе. Вот. Вот, смотрите. Вот. Вот видите? Что это? Это нано-кулич. Где? Ну вот он. Что такой маленький? Это специфическая молекулярная кухня. Хачи! Так где он? Ну, слушайте, кулич нано, а деньги огромные. Вот вы специально чихнули. Ничего не специально чихнула. Это у меня аллергия на все маленькое. Да. Она началась, когда я впервые увидела бриллианты в 0,5 карата. Вот он, вот он. А то же нельзя хлеб на пол ставить, грек. Что за грек? Ну, не знаю, наверное, какой-то грек придумал это правило. То есть вообще ничего страшного, да, что он такой малюсенький? Да какая разница, какого размера кулич? Главное, он освящен сильным батюшкой. Вот у нас в лакшери-поселке очень сильный батюшка. Прям точно. Конечно, я лично видела, он в фитнесе больше всех штангу жмет. Я его в Тиндере нашла. Это как это? Ну, я там галочку ставлю, свят радар. И он в радиусе километра ищет всех батюшек. Слушайте, а что-то у вас такие наклейки странные на яйцах? В смысле наклейки? Наклейки ваши губы. Чего? Ну, кстати, мои тоже. Это яйца от Louis Vuitton. Коллабораба с московской птицефабрикой. Чего, там курей топчет специально приглашенный дизайнер из Италии. Не знаю, я в этих вопросах иностранцам не доверяю. Мне яйца расписывал сам Никос Сафронов. Да что вы говорите? Да, вот видите, там комиссия стоит. Да, это из Третьяковской галереи. Да, они ждут, когда мы яички съедим, а потом им скорлупу отдадим, представляете? А мы с мужем машины красим, а потом машинами стукаемся. Знаете, как дорого стоит отварить машину в луковой шелухе? Это вы мне говорите? Это вы мне говорите, я самолет варила? Вы, конечно, очень продвинутые верующие. Но по вам видно, что пост не держали. Хоть и щечки втянули, как будто селфи лупите. В смысле не держала? Я держала тройной пост. Это как? Три человека за меня держали пост. Я всегда так делаю. А сейчас еще по пути заехала и заказала самую сильную молитву, чтобы закончилась эта неразбериха в Северной Карелии. Я за мир во всем мире. Я вообще не знала, что у них там какие-то траблы. Я в Монако неделю была, считай, от мира вообще отрезана. Я там крестной матерью стала. Это вам тест показал? Какой тест? Ну, тест на крестную мать. Да, такой же, как обычно, там две полоски, только не крестом. Да? Ой, смотрите, вот это моя любимая движуха началась. О, смотрите. Крестный ход, да? Да, да. Ну, а вы же стоите, не идете. Чего, я заказала Uber, стою, жду. Че, лабутены пожалели? Мне просто крестный ход по Золотому кольцу, понятно? А я тоже себе джет заказала по святым местам. Но нам завтра надо на кладбище идти к родственникам. Вы что, тролль? Сейчас уже давным-давно никто не ходит на кладбище. Я, допустим, просто звоню своему знакомому экстрасенсу, да? И он мне всех моих родственников вызывает на бранч. Я в Живаго заказываю столик на 12 душ. Обордели, что ли, воистину? Мы вип-прихожане. Да. Вау! Вот это царь кулич. Ага. С таким куличом самим виновником торжества отмечать можно. Ой, смотрите, начинка вышла прямо изюминка. А вы тут что встали? Милостыню можно и у входа просить. Идите.
Так, заносите яйца. Батюшка, включай бронзбойт, освещать будем. Яйца! Что ж, дорогие друзья, на этом все. Вам остается только поаплодировать всем, всем, кто сегодня блистал на этой сцене. Всем вместе и каждый в отдельности. Сегодня пытались поднять вам настроение. Наденька, Мария Кравченко, Марина Федункин, Екатерина Варнава, Екатерина Скулкина, Татьяна Морозова, Надежда Ангарская, наши мальчики, наши новенькие девочки и наш замечательный хор «Де Балет». Поняли, Comedy Woman – это то место, в котором побывать приятно, а вспоминать потом не стыдно. Comedy Woman – берегите женщин.